Всем привет! Вы на канале Денко Стор, и сегодня мы распаковываем волчок Beyblade Burst Super King Curse Satan B164 от компании Flame. Это флагман пятого сезона мультсериала Beyblade Burst Sparking Super King. Его владелец Циско Карлайс. На обратной стороне показаны все части волчка. Чип Satan, энергетический слой Curse, силовой диск со специальной конструкцией 1D Defense, то есть защита. В сражении он занимает оборонительную позицию. И драйвер Universe. Что ж, распаковываем и смотрим содержимое. Итак, наклейки. Вот такие яркие, необычные. Запускатель. Можно менять сторону. Право и лево. И сами части волчка, запакованные в один пакет. Посмотрим на них. Волчок состоит из 5 частей, даже можно сказать из 6, если посчитать чип. Итак, чип Satan уже присоединен к энергетическому слою Curse. На кольце имеется 5 подвижных шариков, также небольшие, но острые шипы. Это силовой диск, состоит из металла и пластика с конструкцией 1D. Вот здесь она написана. Еще один силовой слой, полностью металлический. Кстати, на коробке он не был указан. И вот это кольцо, пластиковое кольцо с шипами. Тоже на коробке о нем не шла речь. Вот такие две совершенно новые, неожиданные части. И драйвер Universe. Специально спроектированный. У него крутится колесико здесь и здесь. Он разработан так, что не позволяет волчку заваливаться в сторону. Вот это колесико уменьшает сопротивление корпусу арены при соприкосновении, а наконечник позволяет волчку вращаться максимально долго. Давайте соберем. Начинаем с энергетического слоя, присоединяем к нему силовой диск. Таким щелчком. Далее берем силовой диск, присоединяем к нему кольцо, тоже щелчком, и накладываем его на волчок. И, наконец, драйвер присоединяем вот таким проворотом силового диска, и все держится. Ну что, запустим и посмотрим, как ведет себя на арене. Curse Satan на арене. Запустим и посмотрим, как он летает. Вот такой быстрый, стремительный волчок. Что ж, всем спасибо за внимание и до новых встреч на канале Денко Стор.